Друзья, всем привет! Приветствую вас на канале. Сегодня делаю маленький видеообзор. Опять мы ездили по магазинам, и я лично заехала в магазин Dollar Tree. Сейчас там нововведение, не все по $1.25, а цены есть и 3, и 5 долларов. Они сделали отдельные отделы, которые дороже. Как-то они там даже называются доллар плюс, ну, 3 и 5 долларов. Там сразу $1.25, 3 и 5. Ну, мне это нововведение не понравилось, но они, видимо, сделали для себя, для увеличения ассортимента. Я, как всегда, дурак махорки, набрала органайзеров. Так, ну не органайзеров, ребят, не органайзеров. Сейчас буду вам рассказывать и показывать все по порядку. Так, смотрите. Взяла вот эту корзину. Ну, конечно, $1.25, что вы хотели, дрек дреком. Она вот, видите, такая вся играет. Я вообще не знаю, для чего она. В нее даже белье положишь, она, по-моему, вся лопнет. Я взяла для бетонных работ, чтобы сделать из нее основу, и сделать из нее или корзину сделать, или цветочник. Мне нужна основа. Сетку покупать здесь дорого, лопнувших каких-нибудь у меня горшков нет. Так, я взяла ее не для хозяйственных целей, а для бетонных работ. И, скорее всего, она даже останется внутри и будет служить просто как основой, каркасом для моих бетонных работ. Что делать, еще не знаю. Может быть, пенек, а может быть, какую-нибудь корзинку смастерю. Ну, как это еще получится? Это еще получится, это еще мои проекты впереди. Вот, $1.25. Я, по-моему, дороже... Нет, какая-то одна вещь была дешевле доллара. Ой, $1.25. Остальное... Все, $1.25. Дороже я не брала. Для этих же целей я взяла две вот таких корзинки. Но, знаете, вот эти даже лучше качеством и ручки. Но вот если наливаешь, допустим, полную воды, мы как-то брали там, чтобы ковры стирать, там, ну, порошок наводить или что-то, для чего-то такого мы брали. Вот. Конечно, она же там вот так от воды аж гнется. Но, опять же, для чего-нибудь такого можно и хранить, можно и постирать. Я опять же с условием того, что скорее всего это будет какая-нибудь основа под цветочник, под горшочник, потому что, ну вот, заехали в TJ Maxx по самой большой там оценке керамические горшочки, вот такой горшочек, он стоит $6, 6-7 долларов. Ну, конечно, можно купить там, если у тебя 3 цветочка, это, конечно, не проблема купить. И все равно мы будем их покупать, и заводские. Ну, во-первых, они мне не очень понравились, это раз. А во-вторых, только на маленькие цветочки, на большие, они уже 20-30 долларов, получается, стоят дороже, чем сам цветок. Так что нет. А это вообще-то я взяла как для бетонных работ, для улицы. Вот такая еще прикольная ванночка, тоже $1.25 стоит. Мне понравилось. Типа сделано в форме корыта. Даже оно похоже, как будто вот корытце такое сделано. Даже можно сделать. Я тоже, кстати, это взяла использовать под цветочник. Можно, ну, хотела опять же сделать здесь сверху, сделать что-нибудь из бетона под камень и, допустим, под суккуленты тоже сделать композицию, невысокие, можно садить типа бонсайную. Ну, все это пока буду использовать там под свои, может быть, камушки. Ну, камушки, если сюда наложишь, она лопнет, просто лопнет. Я имею в виду, потому что сама она по себе, видите, вот она играет. Ну, что вы хотели за $1.25? Это поэтому... Так, дальше что? Я взяла еще вот такие. Вот это на пробу я взяла. Вот так можно даже залить, попробовать.
Ну, разница небольшая, но будет тонкий горшочек. Можно сюда основание, вот сюда сделать, залить. Тоже это еще, ну вот эта чашка, кстати, получше качества. И видите, можно сливать. Опять же, даже тут тот же раствор можно, если жидкий лить. Ну, в общем, а это, конечно, Дрэк Мэг, но пойдет. Пойдет. Вот это вот лучше качество. Ну вот взяла разные специальные форматы. Были разные цвета. О, а здесь еще ничего себе. Здесь даже мерная, как кружка есть. Вот. Вот такие взяла. Две. Дальше что? Так. Взяла ведерко за $1.25. Ну, не сильно хорошее. Ну, вот, во-первых, такое. И не сильно большое взяла. $1.25, знаете, вот поливать. Здесь удобно держать, чтобы врезаться не будет. Вот эта ручечка. Но сейчас хожу, поливаю гортензии, цветочки и все такое. И вот с этой маленькой 5-литровой леечкой. Я заколебалась. Вот. Ну и вот, короче, поехала и сама купила. Все. Вот. Довольна. Довольна. Теперь я взяла две мусорки. Тоже $1.25. Ну, я еще не знаю, под что я использовать их буду. Может быть, задекорирую. И будут, может быть, сюда обклею дрифт-вуд. О, кстати, дырочка, я ее не видела. Ну, тем более, и вот в этой, да? Для чего они? Ну, это, видимо, брак. Вот. Может быть, обклею дрифт-вуд. Может быть, что-то задекорирую, сделаю. Или цветочный горшок. Ну, могу пока использовать под мусорки. Под мусорки, под хранение своих камушек. Для того же хранения дрифт-вуд наставить сюда. Так что... Так, и взяла вот таких тоже три штучки. Так, ну, взяла потемней. Даже думаю, если буду цветочный горшок с него делать, это будет основа. Я его, скорее всего, не буду вытаскивать. Если буду декорировать, то только сверху, а внутри останется как основа. Три штуки. И можно не декорировать, можно посадить, просверлить отверстие. Я думаю, этот пластик сверлится хорошо. Или прожечь можно вот это не паяльной лампой, а паяльником просто. Или гвоздем нагреть. Можно использовать их как, ну, как цветочные горшки, под что хочешь, как основа. Так, дальше что? А, еще из этой темы опять же купила вот это блюдо, там два стояло. Вот, тоже $1.25 много. У меня сейчас бетонные работы идут, я из тех соображений. Так, пусть оно у меня будет стоять в гараже в шеде. Я буду использовать, когда мне надо. Так. На природу мы это брать не будем, таскать с собой не будем, гостей угощать не будем. У нас, скорее всего, ну, столько гостей не будет. Вот. Ну, вот $1.25. Из этого можно залить и сделать камень. Камень. Ну, будет вот такой камень. То есть, если я залью, переверну, сделать какой-нибудь овальный. Если заливать сюда, это еще надо думать. Надо думать, взяла. Хотела вот такой просто ровненький, вот как ровненькую основу. Но не было, ничего такого не было. Взяла вот этот одну, потому что, думаю, не знаю. Так, и взяла, друзья, тоже для, ну, для, как органайзеры, за доллар получается, $1.25. Вот 4 таких органайзера. Конечно, они слабенькие. Если в них что-то тяжелое положить, они треснет. Пластик такой, знаете, не пластичный. Но все равно есть зажимчики. 4 штуки. Вот я сейчас унесу это в шед. И буду там хранить, ну, всякую мелочь для своих поделочек, для своего рукоделия. Сюда можно складывать и моточки ниток, которые я режу из старых вещей. Можно сюда
и вязание, и какие-то ткани, и какой-то хлам для поделок в стиле стимпанк. В Алмате-то у меня таких вагон и маленькая тележка, правда, хорошего качества. А это получается, ну, я по 3 доллара брала, а это, ну, по доллару. Их стояло 4, я 4 забрала. Думаю, что это не брать? Это можно хранить продукты в холодильнике. Сюда смотрите, сколько войдет. Сколько. Ну, что у вас тут осталось? Фарш какой-нибудь или не знаю что. Ну, можно. Так что взяла 4 штуки. Это нужная вещь. Так, это еще не все. Вы думаете, все? И для этих же работ я взяла вот такой вот по $1.25. Я не знаю, с чего это сделала. Но они, знаете как, они, ну, 2-3 раза попользуешься, если вот в духовке, допустим, да, и они облазят и ржавеют. Конечно, качество, ну, за $1.25. Я взяла это под формы. Вот, опять же, можно сделать под экибану-то этот горшок, можно сделать, обтянуть только пленкой и сверху камнем. И, ну, будет вот такая глубина, сделать отверстие. Это все можно сделать, это несложно. И вот, вот такое. Это вообще можно использовать, это для хлеба, для выпечки хлеба. Но это можно использовать точно так же под основу. И можно, знаете, делать из него, заливать кирпичики. Сделать здесь отметки и кирпичи выливать. И потом, ну, как декоративное делать. Декоративное. Но только он будет совсем, ну, вот такой вот, вот дно будет вот такое ровненькое. Углы-то нормальные. Вот если так зальешь, будут стандартные такие ровные кирпичики. Для отделки можно из гипса. Но это я взяла для отливки. Я посмотрю, вот попробую, если хорошо будет получаться. И оно же такое скользкое, будет выходить, не будет выходить. Попробую. И если написано hand wash only, то есть мыть только руками, потому что это все облезет, и никаких шоркалок, я так поняла, что нельзя использовать. Если что, я просто пойду и докуплю. Допустим, если мне понадобится под кирпичи, их там куплю, ну, еще 5-6 штук, у меня вот, пожалуйста, будет форм. За $12 будет 10 форм. Ну, 12-13, грубо, с налогом. Дальше. Так, по формам вроде все. Вроде все. Так. Клипборд. Ну, вот эта штучка подкладочная. Взяла, знаете, за чего? Мне она не нужна. У нас дома есть. Я взяла... О, ее даже можно повесить. Ничего себе, ничего себе. Я взяла ее, знаете, для чего? Мне нужна вот эта основа. Она более прочная. Что-то сделать, какой-нибудь дрифтвуд. Вот, вот я взяла вот ее как основу. Тоже для поделок, не для использование по прямому назначению. Так, дальше что? Я купила за $1.25 набор вот таких пинцетов. Пинцетов. Часто я делаю картины. Надо приклеивать как бы стразы. А здесь они разные варианты, эти наборчики. Эти пинцетики, это сейчас они еще сжаты, и удобно стразики подцеплять. В общем, он нужен. За $1.25 4 штуки, просто супер. Также я опять купила еще дополнительно 2 набора брали, и еще купила вот такой один наборчик, набор крючков. Он, видите, двойной. Их здесь 4 крючка. Шурупы к ним идут. Он не сильно, конечно, прочный, но вот знаете, например, сейчас шед оборудую себе там, ну, как сарайку по-русски. Можно повесить лопату, можно повесить молоток, можно повесить топор, можно что, повесить какие-то линейки. Ну, что вешается, то и можно повесить, правильно? Можно повесить велосипед, ветродую, вентилятор и все на свете. Крючки, короче, нужны. Нужны эти крючки.
сюда, если их повесить два рядом, можно сверху что-то ложить, сделать какую-то перекладину. Они довольно-таки широкие. В общем, хозяйственные крючки взяла. 4 штуки, $1.25. Так, это я не забыла про Оникса, про нашу собачку. Я ему взяла две вкусняшки. Во-первых, вот эту большую кость, $1.25. Меня, конечно, это вырубает. За $1.25 я бы могла в Алма-Ате взять, ну, у нас по 500-800 тенге килограмм, за около $1.50 килограмм продают лытки, говяжьи лытки такие. И мне бы этой лытки хватило бы раза на 3 для собаки. Но вот здесь, конечно, очень дорого. Но я вот нашла такую одну большую и взяла уницу. Ну, не всегда берут вкусняшки. Я хоть и гоняю его, но все равно ему взяла. И вот такая тоже какая-то вкусняшка взяла ему попробовать за $1.25. Это, знаете что, бекон слизерс. Да, и написано, сделано из натурального мяса. Ну, какая-то, видимо, обрез. Это все идет для собак. Я тоже взяла. За хорошие выполненные команды мы ему даем. Вот, Оникса я не обделила. Дальше что? Так, пластиковые карты. $1.25. Ну, с внучкой мы играем в карты. Мы играем в карты. Хотя доллар General, они доллар стоят. Но там $1.25, поэтому... Так, я взяла моточек ярких красных акриловые пряжи. Знаете для чего? Ну вот сейчас к Новому году будем вязать колпачки для Деда Мороза и гномиков. Ну вот взяла просто красный цвет. Один моточек. Так, порукодельничать, порукодельничать. Дальше что? Так, для себя же взяла в шед линейку. Ну, она очень нужна. Вот она вишается. Вот опять же раз, вот так сейчас. Набью там гвоздиков, крючочков. Вешается. Вот видите, как ровно она. Здесь получается... Ой, так. 30 сантиметров. В общем, везде она разлинованная, с обоих сторон, и в инчах, и во всем на свете. Вся разлинованная, и прямой угол, если надо, что удобно, двигаешь это все. В общем, для разметок пусть будет. Так, но вот это вот стоит тоже доллар, это как бы кухонная доска идет, кухонная доска, бамбуковая. Ну, я думаю, так, порасписываю, порукодельничаю, тоже для себя, не для доски купила, хотя можно использовать ее как доску за $1, вот, и вот взяла вот такие вот, тоже как делать микс-медиа, панно, вот такие вот, как под металл, для скрабукинга. Вот такие штучки я взяла. Вот. Все. Вот все мои покупки. $3. Это все обошлось мне то ли в 34, то ли в $36. Я уже не помню. Ну, как-то так. Точно не помню. Я чек не запоминала. Вот. На этом все. Понравился мой обзорчик. Оставляйте комментарии. Понравился, не понравился, ставьте лайки, дизлайки. Ну, здоровую критику воспринимаю. И до скорых встреч. Пока-пока.